Ну, да, обычный кубковый матч. Кубковый матч еще со времен Советского Союза с особенными. Там были непредсказуемые результаты, какой-то драйв такой. Это было всегда. Но сегодня такая же игра получилась. Кубковая, боевая. Ну, немножко обидно. Не то, что обидно, а жаль, что не додержали мы счет. Одна из тех атак, наигранных в ЦСКА, в переводе на латеральных дальнюю штангу. Мы вроде во всех эпизодах игры сегодня эту ситуацию ребята просчитали, не дали ничего сделать. Но в концовочке маленький помарка, и Гайя замкнул то, что он умеет делать. Но позиция была не самая острая, у нас игрок немножечко так увлекся футболом. Бывает, к сожалению, так. Конечно, хотелось 3 очка, чтобы таблица подняться выше и уже более быть спокойным. Но в любом случае, те ребята, которые не играли предыдущие матчи в составе, сегодня вышли все на поле. Да, что-то получалось, что-то не получалось, потому что взаимодействие, уровень и физическая составляющая тоже разная у некоторых ребят. Вот. Когда ты практику не имеешь, сейчас ты не поднимаешь свой уровень работоспособности. Тренировка – это одно, игра – другое. Ну, в любом случае, молодцы, что проявили характер. И второй тайм практически в ЦСКА не было, кроме забитого гола, ни одного момента. Мы же имели перспективные атаки, хорошие розыгрыши были. Мацпан немножко более быть агрессивным в ударе, условно, неправильно с этой ситуацией. Мы забили голы, мы как бы закончили по грубо, спокойно. Но в любом случае, 2 очка есть в копилку, стратегически важный матч. Мы остались в бою за место под солнцем, за кубок дальше продолжать. Мы хотим продолжить дальше. Потому что это и престижно, и это игра, практика тех, кто не играет, то есть много плюсов для этого. Вот. Сейчас игра в Сочи будет на кубок, где будем стараться задачу решать. Вот, в двух словах. Сергей Войзинович, первые 20 минут вы на ногах провели, я так понимаю, что к Гугиеву были претензии того, что он передерживал мяч, да, медленно. Ну, я на ногах не потому, что Гудиев. Ну, вот вы туда. Я как бы все время на ногах. Но там, да, мы приучаем футболистов к стилю изматывания соперника с первой минуты. То есть темп, чтобы измотать их давлением, в том числе и поддержанием высокой интенсивности игры. А долгое внимание посмотреть туда, вратарь немножко долго об этом думал. Принимал решение долго. Возможно, что новая линия обороны, он не уверен был до конца, как сыграть. Возможно, такой фактор сыграл. Потом Парадон исправился. Стал быстро водить, и мы увеличили интенсивность. Значит, быстрого ввода мяча и так далее. Слишком долго все это, слишком все так камерно очень. И паузы большие, не наш стиль, как говорится. Ну, вот пока все еще притирается, ребята, к моим требованиям в том числе. Насколько этот матч стал информативным для вас в отношении резерва ближайшего? То есть, насколько вы увидели и что вы... Ну, правильный вопрос. Я даже на скамейке говорил помощникам, что такие матчи очень важны, ты по-другому смотришь на футболистов. Потому что тренируешь, казалось, вот, все хорошо, потом смотришь матч, ага, есть проблемы. Или наоборот, плюсы, хорошие впечатления кто-то оставляет, или кто-то похуже впечатление. И, то есть, на самом деле, оценка, она есть. Ну, я не буду говорить, конечно, предметно о ком-то, но на самом деле оценка есть, и эти матчи очень полезны в этом плане. Сергей Войзинович, выпустить футболиста в основу, это была изначальная задумка, стратегия или так по ходу игры приняли решение? Ближе. Да, мы оставили в резерве ребят, которые мы посчитали нужным, чтобы они сыграли и помогли. Во-первых, нужен резерв в любом случае, потому что не может 12 человек быть на скамейке, на один запасе, условно, молодой. Вот. Но мы выбирали тех футболистов, которые имеют какие-то определенные моменты структуризации, состояния своего и так далее, позициям. Вот. И да, замены были запланированы. Время игровое там корректировалось, оно было, но в любом случае корректировка есть. Поэтому эти плановые были замены в основном. Единственное, что может быть кого-то из футболистов, может быть другого, или этого менять, это уже по ходу матча определяешь. Они были замены, но не все совпало. А тогда мы дали практику 25 минут, условно 27 поиграть. Сейчас ребята дорабатывающие в зале силовую работу делают. Вот. Ну, то есть как бы по плану все. А Пагба не было даже у резерва, с ним все в порядке? Не, у нас группа сегодня тренировалась, 6 человек. Утром тренировалась, она как бы не планировалась после играть, дороги, просто они провели тренировку достаточно интенсивную и так далее. Мы 5 замен определили, ну, поэтому решили так лучше сделать, чтобы поработали хорошо с утра и так далее. Скажите, пожалуйста, вот перестройка игры, о которой все говорят, на ваш футбол, который называют ташуевским,
Ну, как вы считаете, успешно она проходит? Футболисты вас хорошо понимают? Ну, я так, может, футболиста не спрашиваю лично, ты меня хорошо понимаешь, естественно. Но в целом, как мое внутреннее ощущение, что идеи принимают. И, конечно, футбол не ташуевский, футбол другой совсем. Этот футбол, он футбол везде разный. И здесь нельзя говорить, чей он. Суть игры одна, забить гол и дать забить свои ворота. Вот. А тогда ребята, в принципе, я бы сказал так, мои ощущения, ожидания были хуже. Пока сейчас больше на позитиве. То есть лучше ожидания у меня от футболистов, от воспринимания игры, мастерства, в том числе потенциала. Многие ребята, которые перед тренировки сейчас для меня это уже две большие разницы. Я вижу их прирост в чем-то, возможно. Но это каждодневная рутинная работа. И завтра, может быть, это сегодня впечатление такое, а завтра может измениться. Мы пока идем по срочному эффекту. Срочный эффект, когда ты даешь позитив, он быстро усваивается. А вот долгосрочный эффект, когда мозг уже устает, информации все больше и больше, а требования повышаются, вот тогда будет уже ясно ху из ху. Если можно, второй вопрос. Сегодня Федор Кудряшов появился после перерыва, после травмы. Как вы оцените его? Ну, я сказал так, что я тоже опасался состояния его, но, честно говоря, молодец, он выдержал все стабильно, выполнил четкую установку. Он, может, он не летел в атаку, сломя голову, но он держал позицию. Это очень важно. У мастера есть мастер.